Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. У нас закончился турнир Лига Мастеров 3 звезды. Другого и быть не могло. Так, и забираем с тобой награды. 9600, так, 50 ДНК на Донателло оригинального, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Забираем здесь награды, 150 долларов, 36 монет. 36 монет, значит, мы с тобой можем смело идти в магазин. Так, откроем колоду. Выпадает нам паукус. Его можно издалека узнать. Так, и хотел я заглянуть здесь. Монеты. 73 монетки, значит, мы с тобой... Блин, да что ж ты... А, нам же не Рафаэль нужен, нам нужен Лео. Так, приобретаем 3 ДНК. Ребята, остается 2 ДНК, и мы его прокачаем. Что у нас по жетонам? 750... 750 жетонов, друзья. Как вам такой расклад? Берем. Одно ДНК всего лишь на Крэнг. Ой, Крэнга, ёк-моёк. Конечно же, это же Роквелл. Что-то вообще у меня Крэнг в голове сидит. Так, здесь мы, короче, все сделали. Так, теперь надо нам посмотреть, что. О, друзья мои, а мы, оказывается, накопили с вами платиновые осколки. Это так быстро... Прошел месяц? Ё-моё, слушайте, так давайте мы тогда... Блин, а я даже голосование не устраивал. Трындец, друзья. Ну что ж, давайте тогда я сам решу. Я решу сам. Кто-то из подписчиков написал, прокачай Пиццелицева, он пушка. Не знаю, ребят, насколько он пушка. Вот, серьезно говорю, блин, я даже не знаю, кого взять-то лучше. Может быть, паукуса прокачаем. Давай, наверное, возьмем. Хотя кто-то писал паукус ватник. Хм. Ну, у него, по-моему, только массовая атака. У Крайки еще, конечно, есть. Все-таки я паукуса, ребята, поднимаю в платиновый ранг. Тыдынц. Так, нужно будет прокачивать ему липкую ловушку. С липкой ловушкой он будет себя чувствовать превосходно. Так, ну что, мы теперь идем. Подожди, у нас задание есть? Есть. Где у нас... кого мы прокачивали-то до этого? Да, совсем плохо. Нейтрализатор, конечно же. Так, нейтрализатор со своей базукой, да? Значит, нам нужно 5 джойстиков найти. Поехали. Так, раз. Только один. Так, второй. Нужно еще 3. Это не то. Опять не то. Ага. Это третий. Четвертый и последний. Пятый. Все, друзья мои, это мы с тобой нашли. Так, ячейки крэнгов 7 штук. Раз. Блин, телескоп какой-то. 2, подожди-ка, мы с тобой бежим. Мы уже задание выполнили, что-то я увлекся здесь. Давай заберем здесь награды. Так, пройти серию испытаний. Давай-ка быстренько с тобой пробежимся. Так, сегодня, как вы понимаете, друзья мои, у нас будет буст. Буквально час назад у нас обновилась игра. Так что мы должны, в принципе, быстренько с тобой улететь. Если постараемся. И если, опять же, игра не будет пакости какими-то делать. Как в прошлых сериях. Так, ну-ка, ушатаем. Да. Теперь этого хрум. И этого бам. Вторая волна. Рокстеди, да? Как меня, ребята, сегодня этот тигриный коготь в силе порталов достал. Я пробовал, наверное, раз 8 его побить разными командами. Ничего не получилось. Прикинь, ничего не получилось. Поэтому у меня так внезапно и закончилась серия на первом проигрыше. Ну да ничего, отдохну. Соберусь, как говорится, силами и продолжу его ковырять. Рано или поздно он у нас все равно отдуплится. Так, ну что, острозуб у нас упал.
тыдыч. Так, нам бы, конечно, похиляться бы немножко. Не помешало бы. Но мы не успеем. Ладно, прошли мы с тобой серию испытаний. Двигаемся, естественно, дальше. Кстати, посмотрим, кто у нас будет разыгрываться на арене на этой неделе. И какие у нас события. Так, здесь у нас разыгрывается Леонардо оригинал. Он нам не нужен. А по испытаниям у нас сцены насилия. Так, кто нам здесь? Короче, мы пропускаем с тобой это событие. А здесь... А здесь пригодится. Здесь нам нужно Рафаэль видение, Микеланджело видение, Донателло видение и Леонардо тоже видение. Это уже совсем другой разговор. Также у нас усадьба против духа и платиновый сам дух. Так, поднять уровень персонажа. У нас мутаген есть? Есть. Поэтому давай, кто у нас там сейчас на очереди? Ксивер Монтас. Два уровня можем ему поднять. 52 левел. Все. Ну что, забираем награды и бежим с тобой на турнирную арену. Поехали, друзья. Так, начнем с 11.11. Вот с этих охламончиков. Тут у нас Бакстер Стокман. Эйприл, подожди, Майки, куда ты лезешь? Эйприл. И Рокстеди. Ну, понимаешь сам, да? 20 уровень и 45. То есть Раскрамсон будет полнейший. Так, Эйприл упала. Упс. Завалили. И Рокстеди, твою налево. Он даже пикнуть не успел. Хотел сходить, но мы ему не дали возможности такой. Ну что же, погнали далее. Мы с тобой на воин, да? Две звезды переходим. 81-я позиция. Так, здесь нам нужно... Может быть, дадут 11-12 все-таки? Дают 11-11. Вот жучары, а ты посмотри на них. Не дают. Ладно. Будем тогда с этими драться. Уже 45 и 50 уровень. А тут у них 18. Так, ну что, еще немножко у нас Роквелл с вами прокачается, да? Зачем я так сделал? Надо было бомбочку туда кинуть, да и все. По одному удару. Ну, правильно, ребят, 50 левел. Что ты хотел? Так. Понедельник день тяжелый, но я думаю, для моих бойцов понедельник будет великолепным днем, потому что мы уже на воин 3 звезды. 95-я позиция. Давно я не помню, ребята, чтобы можно было бустовать сразу после отката. Потому что, ну, то работа, то еще что-нибудь. А сегодня выходной, правда, последний выходной. Потом будут рабочие будни. Но зато буст. Так, ну что у нас тут? Крысиный король. Все дела. Так, мне бы, конечно, посмотреть у Рафаэля. Мы же с тобой его прокачали, да? До 5-й звезды. Мне хочется узнать, что же у него за суперудар. Что у него за последняя атака. Это, по-моему, у Микеланджело. Он встает на эти какие-то там штуки, батаранги, и на них движется на врагов. А вот у Рафаэля я не помню. Да что такое? Чуть-чуть не хватило, а? Совсем капельку. Опачки, 12-13. Уровень, как ты видишь, 24 у нашего противника, а у нас 51. И, кстати, 51 уровня здесь. Ого, смотри, сколько много. Потом пошли 52. То есть 50-ники, но уже плюс-минус 1-2 уровня. Так, вылупляем. Тыч, уложил. Бросим баллончик туда. Ловите, ребята. Подарочки. Одного баллончика было достаточно, чтобы они все здесь упали. Ну что, продвигаемся туда дальше. Потихонечку, не спеша. Так, элиточка. Место у нас 22. То есть элита 2 звезды уже намечается у нас. Так, 12-13. Давай вот эту команду возьмем. 28-26 уровень. А у нас с тобой 51. Ну их очень много. И также 52. Потом, по-моему, 53, 55. То есть, когда они зайдут за грань 60 уровней, я не знаю. Ну-ка, одного удара достаточно будет?
недостаточно. Так, минус и крип. На тебе. В лоб вот этим вот слюнявым шариком мы ему, короче, и пробили. Смотрим, что дальше у нас получается. Мы должны, в принципе, перейти с тобой. Элита 2 звезды, а место 60-е. Так, место 60-13-15. Так, ну что, теперь все. 5 персонажей у нас участвуют. Это, как говорится, будет действительно ускорение. Потому что, ну, 5 бойцов, естественно, больше кубков, естественно, больше повышения по рангу. Массовых атак есть, но мне кажется, Алапекса тут не справится. Во-первых, не прокачанный скилл. Но посмотрим все равно. Ну, неплохо для нее. Так, Лео добьешь. Молодец. И второй Лео фильм. Все ушатал. Морозильная кошка в своем морозильничке. На самом деле это, по-моему, мороженое, да? Да, мороженое. Такое в рожке. Вот она превратилась у нас, эта морозильная кошка. Так, ну что, Лига Элиты 3 звезды, как ты видишь. То есть сейчас уже будут самураи. А дадите мне 14-16. Не, не хотите? Вы только пониже мне можете дать, да? 13-15 и все. Ладно, не будем рисковать, а будем с тобой атаковать. 30 уровень уже у наших противников. У нас с тобой 52-й. 52-х тоже, видишь, много. Как и 51-х. Ну что же, давай начнем с массовых атак. Выпускаем дурачков. Бибоп и Рокстеди выпадают из другого измерения. И Крэнк, скорее всего, всех добьет своей супер-ракетой. Неплохо. Так, ну что, у нас тут получается неплохой буст, как ты видишь. Мы очень быстро подвигаемся сейчас. Буквально, наверное, бой еще. И мы уже перейдем. Уже перешли, прикинь. Уже в самураях. 100-е место. Нифига себе. Вот это да. И 13-16 выпадает. И, кстати, посмотри, как уровень быстро они набирают. Уже 40-е. Уже 40-е, тут 39-е, 37-е. Но я думаю, что пока мы справимся сами, своими силами. Не будем привлекать топовых персонажей. Так, ну тут кто? Маузер будет ходить первым. Слабовато. Так, нам бы, по идее, Бакстар бы уничтожить или как? Смотри, мы даже понизили уклонение на Леонардо. Ты видел? Вот, смотри. Так, здесь, наверное, сделать надо вот так. Упс, что-то слабо. Давай добьем, наверное, Криса. И Макмен убивает всех. Прикольно. Да, Макмен, ребята, хорош. Я помню, когда мы только начинали играть, помнишь, Макмен был у меня, ну, не танком, но как бы самым главным бойцом, который атаковал. Я его называл Топотун, потому что у него этот люк, прилипший к ноге, он неплохо давил врагов. Так, ну что у нас тут? 13-16 уже. Неплохо. Все равно уровень пока слабый, у них 36-й. А мы переходим с тобой на 54-й, да? Естественно, чем больше у нас с тобой массовых атак, тем быстрее мы будем уничтожать противника и быстрее продвигаться. Здесь у нас очень, так сказать, мало массовых атак. Очень мало. Так, это одиночка. Не ушатал. Так, теперь Масуку. Видишь, слабенько. Так, кто у них тут? Рафаэль Хиллер, надо его убирать отсюда. Так, это что делает? Иммунку, да? Иммуночку. Майки хочет понизить нам атаку. Естественно, ничего не получается. А мы с тобой уничтожим, наверное, Ваню Стиранка. Окей. Бросим Саи. И добиваем Микеланджело оригинала. Прикольно. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. Я вот, кстати, знаешь, что подумал сейчас? У нас же с тобой в силе порталов, помнишь, там есть секретный уровень? А, ну там надо те ниндзи костюм. Я не знаю, что это за костюм такой. Ладно, не будем пока об этом думать. Так, самурай 2 звезды уже. Ёк-макарёк.
Вот это я понимаю. Вот это мы с тобой двигаемся. Ну что, 40-й уровень, 44... А, нет, 41-й максималка. Но я думаю, что по-прежнему мы здесь своими силами справимся. Хоть здесь и слэш есть. Даже пускай он будет прокачанный по полной программе. Я думаю, мы не обделаемся, я надеюсь. Ну-ка. Тинс. Бросаем баллончик. Так, заблокировали только лишь у Майки, да? Опа, Хан вообще не попал, прикинь. Ну-ка, давай туда гранату им. Ух. Слэш, родной, ты уж прости, так получилось. Расколбасили моментально мы их всех. Ну что же, перейдем мы сейчас на новую или нет? Нам не хватит, наверное. Давай посмотрим. Да нет, конечно, с 81-й позиции, но неплохо, все равно 27-я. Отлично. Не дают мне 14-18. Во. Выпросил. Так, ну тут, смотри, тут уже 46-45. Это уже, ребята, 10 уровней разницы. Это уже маловато, если честно. Поэтому применяем помощь наших топовых персонажей. То есть тут Карайка. И то, по-моему, она всех не убьет. Вот проверим. Бросает. Ну вот, видишь, о чем речь. Так, Лео, давай, постарайся. Угу. Минус Рафаэль и минус Майки. Все. Так, ну что, тогда двигаемся дальше. Уверенной походкой мы идем с тобой в правильном направлении. И самурай 3 звезды. Место у нас 74-е. То есть нужно будет еще сыграть, наверное, 2 поединка, чтобы перейти уже в сёгуны. Так, возьмем 14-18. Здесь я возьму Зека. И Зек будет вот этих вот ребят, так сказать, защищать. Ну, что тут защищать? Он сейчас одну бомбочку бросит, по-моему, им тут всем крышка будет. Упс, ребята, что-то я, по-моему, опростоволосился. Так, секундочку. Как бы сейчас нас тут не разорвали. Не, разорвать-то навряд ли, конечно, но повреждения нанести могут. Рафаэль, на тебе в лоб. Пич. Прикольно. Блин, вот если честно, я не ожидал, что в силе порталов у нас будет тигриный коготь таким имбовым персонажем. Летает еще на своем этом ранце чертовом. И плюс, когда он летает, он сбрасывает огонь. То есть постоянно мои черепашки получают повреждения. Если они стоят в ряд, он наносит повреждения именно этому ряду. И тем самым мы очень быстро тратим свое здоровье. И вот как, я же не могу контролировать их всех, а они стоят там. И вот это вот бесит. Что они не могут отбежать, как-то там рокировку сделать или еще что-нибудь. Они всегда попадают под этот обстрел. Так, ну что, берем Донателло с тобой здесь. Раз, два, три, четыре. Окей. Так, ну что, Паукус у нас в этом месяце перешел на новый ранг, на платиновый. Когда, правда, до него дойдет очередь на прокачку, я не знаю. Чего? Что так слабенько-то? Можно было бы, конечно, его Майки перевести. Ну, добьешь Дони? Да должен, по идее. 80 уровень, как-никак. Естественно, прорвет он эти 45-е и 46-е левелы. Причем на изи. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Сёгуны будут сегодня? А вот и сёгуны. Так, 84-е место. Ну что? 15-19, да? Так, уже, смотри, противник нас практически догнал. Уже 52-й, я смотрю, уровень. Возьму я сюда Ваньку, и я думаю, что этого будет достаточно. А Ванька со своей супер-базукой, которую мы ему прокачали, должен, в принципе, их накрыть всех. Проверим? Проверим. О чем я тебе и говорил? Вот так вот, чтобы поменьше слов, как говорится, побольше дела. Ну что же, двигаемся тогда дальше. У нас еще Ванька. Там есть... Кто? Усаги, Супер Шредер. То есть нам еще хватит. Я еще даже откаты не тратил. В принципе, мы с тобой никогда на бусте их и не тратим. А раньше тратил, когда нужно было сделать офигенный рекорд.
ты помнишь, да? Мы с тобой брали, чтобы там дойти сразу до лиги, например, мастеров сразу же. И такое делали и было. А вот прикинь, сделать такой буст, чтобы сразу занять топовое место. Нет, если у тебя офигеть сколько откатов, да? Например, там 200. Это вообще легко сделать. А то, что у меня там 24 откатика, это мало. Ну даже прикинь, если по 2 бойца делать в откат, по 2 бойца, тебе нужно еще брать к нему команду. То есть по 5 откатов, по 5 откатов каждый бой. То есть это очень-очень накладно получается. Мы уже всего не 2 звезды, 98 место. Нифига, мы с тобой рвем когти здесь. Ну что, тут осталось очень мало персонажей, поэтому можно взять уже Леонардо. Тут уже без разницы, остается всего где-то 2 поединка. Получается так, 2 поединочка. Естественно, Леонардо сразу их ложит байники. Ну и, естественно, дальше идет Армагон. И кто у нас там? Супер Шреддер еще остается. Интересно, а можно ли пробраться сегодня до Лиги Сёгунов 3 звезды? Я думаю, можно. И мы, наверное, так и сделаем с тобой. Так, посмотрим, мне дадут 15-21. По идее, мне кажется, можно вытащить. Вот, 16-21. Смотри, что мы делаем с тобой. Берем Армагона. А, ладно, пускай стоит. То есть сейчас мы бомбанем, получим определенное количество кубков. И еще у нас с тобой последний поединок будет. Так, Майки. Ладно, пускай ударит. Теперь Армагон берет валун, кидает в лоб. Все. И последний у нас с тобой поединок на сегодня. Я не буду, ребята, сегодня проходить события и испытания. Я думаю, что не надо. Потому что и так он по графику много чего проходить сегодня, играть. Сейчас Кио будем играть на втором канале. Так что 15-21. Точнее, 16-21. Давайте, не жмитесь, ведь было вот. Раз, два, три. И два отката мы с тобой тратим. Тут уже не важно, кого берем. В любом случае, Супер Шреддер и Усаги, они порвут любого. Тут в бабки не ходи. Ну-ка, делает Усаги свой козырный удар. И... Тыч. Ой, я думал, что мы завалим всех. Нет. Вот так вот. И в итоге мы с тобой должны, в принципе, перейти в Лигу... В Лигу Сёгунов 3 звезды. По большому счету. Да, и место у нас 84-е. Ну, как ты понимаешь, конечно же, нас сбросят, скинут оттуда, но тем не менее. Давненько мы просто не получили с тобой Лигу Сёгунов 3 звезды. Как говорится, сразу, на откате. Так, ну осколки мне не нужны, я уже, ребята, их не буду набивать. Мы и так их получаем. Даже проходя вот здесь вот при бусте. Их и так целая куча у меня. Энергию я, по-моему, уже получил, да? Да, энергию я получил, поэтому у меня 22 отката есть. Здесь смотреть мы ничего не будем. И событие у нас с тобой, к сожалению, только лишь одно, которое будем проходить. Это силы природы. И все. Это даже трогать не будем, потому что нет смысла. Ну и в ближайшее время мы с тобой пойдем, естественно, допроходим смятение из другого измерения. Но это уже будет в следующих сериях. Так что, ребята, официально считаю, что буст сегодня удался. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь 4 ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делай шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо!
лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки. Носим панцирь, как рубашки. Юные таланты.